Сегодня 24 апреля. Пробрался на дачу на машине. Удалось заехать. Ну вот, открыл чердак. Сегодня хочу начать подготовку к утеплению чердачного перекрытия. Сейчас залезем, посмотрим, какой фронт работы предстоит выполнить. Ну вот, забрался на чердак. Такое вот тут перекрытие. Задача такая: оторвать вот эти доски. Под ними образуются вот такие ниши. Тут снизу когда-то делали проем. Старые хозяева планировали вход с жилого помещения первого этажа на этот второй. Поскольку мне такой второй этаж не нужен, проем был снова заделан досками. А вот это вот все осталось. Поэтому равно как и те ниши, это будет заполнено опилками. Ну, для начала постелим газеты, чтобы опилки на голову не сыпались. Хоть они и будут в перемешку с цементом, но цемента не так много. Он так, для склейки. Но так, для безопасности, чтобы глаза там с потолка не сыпались опилки. Мы постелим газеты. Ну а сам чердак вот такой вот. Можно, конечно, здесь сделать какой-то лофт. В смысле, комнату в стиле лофт. То бишь чердак. Но таких средств нету. И время на это тратить просто так не хочется. На чердаке стропильная система. Ну, конечно, сделано все неправильно. Все это очень жидко. Надо ставить дополнительные распорки. Но поскольку, видимо, снеговой нагрузки особой нету, сделано было вот так. Ну, начинаем отдирать доски. Разобрал частично половинку чердака. Вот такое соседство у нас было. Осиное гнездо. Селились осы.
жужжали, не давали спать. Но теперь им здесь больше не жить. Вот такое вот гнездо. Это еще маленькое. Видимо, только начинали тут обживаться. Вот под досками в нише обнаружились вот такие вот ботинки или что это. Вот так вот они скромненько тут лежат. Лежали, поклеились уже вековой пылью. Я их еще не трогал руками. Сейчас посмотрим, что там. Седьмой размер. Ну, не знаю, что это, кто их сюда положил. В общем, я их выкину, не буду открывать, смотреть, что там. Вот эту часть разобрал уже. Вот эти ниши будут заложены газетами. А сверху уже будут опилки. С цементом и с известью, чтобы насекомые не заводились. Ну, в общем, продолжаю. Ну вот еще обнаружились осиные гнезда. Здесь два больших. И вот еще одно. Раздольно им тут было. Конечно, пока никого еще нету. Скоро появятся. Вот под досками обнаружил газету «Комсомольская правда». Суббота, 17 июня 1989 года. Ну, не такая старая, конечно. Цена 3 копейки. Такая вот газета. Такая вот карикатура. Два мужика тащат телевизор, а в нем то ли яблоки, то ли апельсины. Программа телепередачи. В общем, газета не такая старая, никакой ценности особой не имеет. Поэтому на растопку. Ну вот, все доски отодрал. Выкинул их на улицу. Вот такая вот картина. Ты тебе подавать ее? Тут немножко уже подмел. Мусора много было. В общем, сейчас
Застелю газетами, насколько хватит газет. Хотел обои старые взять, забыл. Ну, сколько газет есть, я положу. Все-таки теплый воздух уже из дома не так будет выходить. Ну и потом там же их оставлю. Сверху опилки буду ложить. В общем, пока вот так. Укладываю газеты. Уложил газетами от души в несколько слоев. Так уложен, что, наверное, даже до осени можно с такими газетами жить. Ну нет, конечно, сейчас дорога растает. Завезу опилки и сверху все это опилками. Как уже говорил. Вот все, с самого низа до верха вот этого перекрытия. Сколько тут, сантиметров 20, наверное. Вполне хватит. Чтобы потолок был такой теплый. Основные потери теплого воздуха у нас уходят через окна, двери и потолок. Ну, через потолок, я думаю, больше всего, потому что теплый воздух стремится вверх. Вот. А поскольку мы здесь утеплим основательно до конца все, бюджетно все получится и будет очень тепло. Не нужна никакая пароизоляция. Этот материал, получившийся из опилок цемента и извести, он не гниет, не горит, не усыхает. Сколько влаги возьмет в себя, столько и отдаст. Никакого конденсата. Поэтому считаю, что это самый отличный бюджетный вариант. Ну а вот эти газеты как подложка. Вот их сколько. Так что с подготовкой пока на сегодня все. Ждем опилок. И будем делать замесы и укладывать в следующем видео.